Петровна, добрый день. Служба безопасности вашего банка. Еще мгновение доступ к деньгам был бы у мошенников. Но Светлана Петровна включила разведчика. Счет шел на секунды. Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы могли перевести деньги на безопасный счет. Звякнув банк сама и положила трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку, без разговоров.